На медном можно в отвалах еще немножко пособирать, покопаться. Что-нибудь бы найти можно. Гранатом все равно попадет. Вот такие вот. Что-то руки задрожали уже. Вот такие гранатики-то есть. Гранат. Эпидот. Кварц. А ты что за тут? Ну ладно. Потом той каменюкой займемся. Вот так вот, лежа на боку, дождя нет, красота. Вот, пожалуйста, неплохой образец. Еще один. Вот видишь, такой вот образец. Видишь, здесь животки какие-то есть. Значит, может быть гранат внутри. Берешь так вот молоточками в раз. Вот видите, маленькая сыпь гранатовая. Пойдет. Это ответная часть. Еще разок ее. Тоже есть вот. Где тут? Вот Вали, например, вот сидит он в животке. Можно его чуть-чуть тюкнуть. Вот, пожалуйста, поменьше, и все вскрылось. Гранатики. Вот, тоже гранат. Так что интересно. Сачкова. От того интересно. Вот тут даже кварц. Кварчик. Возьму дома. Обрублю, если. Вот тоже. Мыть надо. Буквально метров 30, а скарн несколько другой. В том отвале он плотный, а здесь не очень. Это что, эпидот, наверное?
А здесь вот гранат мелкий с этой стороны образца. Вот тоже кварц и гранатик. Мыть все, мыть надо, видно плохо. Ну не здесь же мыть. Рано. Дома. Это тоже гранат. Так, пока выключим.